Всем привет. Иду на море. Шарику еду несу. Сегодня 29 февраля. Завтра прощенное воскресенье, первый день зимы. Погода в Лазаревском плюс 9, но без солнца. Солнце будет со 2 марта. По 4 марта будет солнце, плюс 14-15 будет. Дерево какое я нашел с красными цветочками. В парке, как всегда, спокойно и тихо. Ветра нету. Шарики главное найти. Покушать ему несу. Кстати, Лариса, спасибо вам за донат. И Марина, 200. Кустарники маленькие такие, низенькие. В Крыму такие вот растут, только они
Самое главное найти нашего шарика Джана. Шарика. А вот, кстати, солдат пошел. Шарика Джана. Это когда я в армии служил. Узбеки, таджики, туркмены, русские, я немец. И я там узбекский даже разговаривал с ними. Так, шарик где наш? А вы собачку не видели, шарика? Нет? Что солдаты говорят? Не нашли? Ну да, да, да. Смотрите, шторм ложится. Шторм ложится, ребята. Все. За ночь еще уляжется. Чаечка одна. Плавает, бедолага, рыбу ищет. Так, ну мне нужен шарик. Естественно, не ты. Такие мне не нравятся. Еще на ноги прыгает. Там впереди его что-то не видно. Вот. Сегодня 29 февраля. Лазаревская. Большой Сочи. Шарику историю какую-то придумали дурацкую, что кто-то утонул, хозяин. И вот он на море тут сидит, смотрит. Чушь собачья. Шарик даже собаками не ходит, он сам по себе в одного. Он даже мне. Я хочу погладить его, и он напрягается уже. Он не доверяет людям. Хоть и я его подкармливаю, все равно не доверяет, правильно делает. Верить человеку нельзя, вот ему можно. Ну так, не в оскорбление, просто так, чисто иду. Болтаю сам собой. Ну где наш шарюшка-то в натуре? Шарюшка. Вот я иногда что-нибудь говорю в камеру, а некоторые это примеряют на себя. А зачем вы это делаете? А потом ругаетесь на меня. Я же не конкретно за вас говорю. Почему вы определились, что именно за вас это? Катер плывет. Волна спала, сейчас они будут водолазы нырять, искать. Море холодное, поэтому они, если было бы лето, он быстро бы всплыл бы, труп. Сейчас вода холодная, поэтому плывут, сейчас подплывут поближе, сниму. Они в обход моста пойдут.
шарика нету. Вдалеке у Гренады вон две собаки бегают, но это не шарик. Я вижу отсюда, они черненькие. Бинокль у них есть. Ну, солдатики обычные. Солдат расставили от Магри. Начало Лазаревского района. Это у ее и отсюда сколько километров. И по всему периметру Лазаревского района. А Лазаревский район очень длинный. Не могу сколько сказать километров, как-то не зациклился на этом. Но я думаю, 50-60 по-любому есть. Геннадий, вон, смотрю, одна собачка бегает вдали. Тоже это не он. Просто неохота порожняком идти. Голова сегодня кружится. Я помню, у нас в армии один убежал. Ну, убежал. И нас послали его искать там по пустыне. Там ближайший кишлак 12-6 километров примерно. Мы такие радостные были, то что... Ну, мы в пустыне служили, людей нету, никого не видим. А это искать пошли, так мы такие довольные ходили по пустыне с надеждой кого-то увидеть. И вообще, как на свободе прям, это за праздник нам. Выходных дней не было, у нас выходной день в армии постоянно физ, праздники какие-то. А праздник — это значит турник, бег 3 километра по жаре. Вот такой праздник в воскресенье у нас был. Офигели. Вот мы радовались, мол, пусть подольше побегает, чтобы не быстро нашли, чтобы мы нагулялись вдоволь. Приятно гулять. У моря ветра нету. Так. Классненько. Не как вчера на Фламинго, когда снимал, долго там. Час, наверное, находился. Мне руку продуло. Плечо. Вот, между локтем и плечом, как этот промежуток называется. А вот так руку поднимаешь, а туда как будто гвозди вбили. Что-то этот парусник, говорю, этот катерок что-то на одном месте крутится. Странно.
мужчина с ребенком подошел ко мне, узнал канал. Он местный, иногда смотрит. Ну, скучно. Раз зайдет, посмотрит. Вон туда пойду сейчас. Там и чайки смотрю, может, царик там. Чайки кричат, дерутся за хлеб. Чайки у голубей, как всегда, отнимают. Солдаты гуляют. Чайк распугали солдаты. Поближе к нему пацанов, может, родители увидят сына своего. На лицо узнают. Пляж Гренада. Ветер подул. И дождь заморосил. Да, камни большие приволокло штормом. Пошел я в центр, может, он там у кафе сидит. Шарик, я имею в виду. Так, все сказал, да? Про погоду. Море уляжется теперь все. За ночь. Да даже такое море, это уже нормально. С маленькой волной вообще класс. Согласны? Когда полный штиль, тоже не очень красиво. Цвет моря красивый у штиля, но если солнце есть. А на самом деле штормик посимпатичнее штиля. Да, забыл сказать. Как ни странно, а вода в море теплеет. 9,4.
А ведь доходило до 9. Потом 9.1. А сейчас 9.4. Дождичек чуть-чуть моросит. Присел за столик. Голова кружится. Вот хавчик. Шарику. Все никак не найду своего другана. Цвет столика какой классный. Когда-то у меня ювелир был знакомый в городе. Он меня из такого камня выпилил крест. И на этот камень наложил золотой крест с распятием. Это было просто шедевр. 30-граммовый крест получился. Пойду что-нибудь приобрету на ужин. Я вот это беру, набор супа. Бульон себе оставляю, а остальное шарику. Килограмм 144 грамма. 76 рублей стоит. От него навар очень такой мощный. Бульон. Там же белого мяса нету, считай, там спина и задница получается. Вот здесь в пятерке почему-то хлеб дорогой. 40 рублей, 42, 34, 54. Вот 30 самый дешевый. В магните он 26 с копейками. Это даже не белый за 30. 45. Почему он такой дорогой в пятерке? Я в магните постоянно беру. Вот такую красную креветку мы берем для рыбалки. Перекручиваем ее через мясорубку или с манкой, или там с булочкой. И рыбачим на нее. О, здесь музыка играет. Не знаю, YouTube пропустит, нет? Так, чай мне надо. Вот смотрите, картошка 19 рублей. Фасованный килограмм 15. Видите, как дешево. А морковка тоже 14, свекла 29, перец красный 194, перец желтый 219, огурцы длинные 69. Томаты сливовидные 199. Короче, что я хочу сказать. Вот зимой картошка, вот это лук. Все дешево. Лук тоже где-то 19-20 рублей. Вот чеснок дорогой. А летом, когда вы приезжаете сюда, то все, капец начинается. Картошка 40 и так далее. Так, а что мне еще надо? Я заболтался с вами, забыл, что хотел. А, чай. После дождя так все в Лазаревском смотрится. И ступеньки, и плитка. Вот жаль, солнышка нету. И шарика нету. Вот в этом пятачке, вот на этом пятачке, если его на море нет, он должен вот на этом пятачке быть, кофе пить, вот в этом кафе. Ну, нету его.
Обидно. Я уже к нему так привык, скучаю. Ну нигде нету, ребята. Что ж делать-то? Вот оленя встретил.